тебя, Руслан, нету мехатика повода? Пакет какой-то есть. Ну такой сетчатый, капроновый. Они специальные для того, чтобы обувь в них стирать. Да я тебя обойду. Нормально, мне кажется, мы тут вообще заебись срежем-то, слушай. Потому что она ж там вот такого кругаля дает. Если там только не обрыгнули. Нет, все нормально. Более-менее. Но она такая, блядь, как бы с нее можно на самом деле наебнуться так. Но в целом, блядь. Ты лучше по камням иди. Сука, только не падай на меня, ладно? Меня за собой утащишь. Где тропа-то вообще, блядь? Глай кончилась, сука. Дальше надо перепрыгивать. Вот это как бы я и опасался, сука. Да вот, смотри, здесь норм. Вот, смотри, здесь нормально вообще. Тут же просто, как бы, бережок, блядь, я хуй знаю. Можно я это, под муки вытряхну, блядь, у меня пыль, у меня сука, просто пыль. Да похуй мне, пошли вниз. Мох скользкий, так что смотрите аккуратно. Мох скользкий. Сука. Сука.
Ну, срезали, заебок. Нормально так срезали. Это что за дорога? Это, кстати, параллельный трейл Skyline, но более сложный. Ага. Skyline это такая туристическая тропа. Это уже такая с огненного уровня. Мертвая лошадь, блять.